Паспорт! Не потеряйте, как границу перейдем, паспорта соберу. Давайте, давайте, ребята. Мирамгаза Мансур, передавайте. Всем ассаламу алейкум. Мы захватим Челябинск. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые друзья. Альхамдулиллях. Успешно добрались до границы, успешно прошли две границы, и сейчас осталось доехать до Челябинска. Ребят, как дела ваши? Отлично! Пару слов родителям. Всем привет. Мы любим вас. Они тоже вас любят. Альхамдулиллях, добрались мы до Челябинска. И сейчас будем заселяться. Вот такая шикарная гостиница. Так, 319 номер. Кабыкен, Раимбек и Кашбай Альтаир. Держите вдвоем. Раимбек старше, понял? Да. 321 номер. Есимбай, Даниэл, Кашеву, Артем, Мейрамгазы, Мансур. Даниэл, чтоб смотрел за ними, понял? Хорошо. Как дела, Даня? Хорошо. Крутой номер у вас. Вот такие вот номера у наших ребят. Три кровати. Спальник, это вообще красавчик. Самую крутую кровать я взял. Как дела? Здесь санузел, кабинка душевая, раковина. Как дела ваши? Хорошо. Как хорошо. Номер ваш? Отлично. Нравится? Да. Точно? Точно. Машалла. Ехали в зал имени Дениса Ярцева. Сейчас посмотрим зал. Алима, как настрой? Хорошо. Спасибо большое. Рассказывают про наш клуб. Здесь у нас уже зона ожидания родителей. То есть, когда родители детей провели, здесь на телевизорах будут у нас транслироваться залы. И родители обычно сидят, смотрят, как их дети тренируются. Серьезные ребята дают интервью. Так, парни, вы вот сегодня приехали к нам в Челябинск, посмотрели вообще сам город, заселились в гостиницу. Провели первую тренировку после Нового года. Хотелось бы узнать, как вам наш зал, как доехали, как вообще наш город, что успели посмотреть. Мы ехали на поезде, целый день. Потом перешли границу и поехали на автобусе. Я думаю, тут не будет так красиво, но тут прям все современно, все круто. Не думал, что отель будет прям такой классный, а вообще очень красиво оказался и зал современный весь, новый. Мне очень понравилось, но это пока первый день. Отлично доехали, заселились. Номер очень красивый, не ожидал, что будет так красиво. Приехали на первую тренировку, провели экскурсию. В общем, вы довольны? Большой уровень, сильно. Настроен больше. На сбор боевой? Да. Ребят, всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Так, на ужин у нас сегодня пюре с котлетой. Два кусочка хлеба. И копченый. Дима, как? Отлично. Все съел? Да.